Сегодня очередное жигулевское пиво на обзоре. Сегодня это жигулевское от суздальского пивовара. Тот, что Юсберг. Посмотрим, что за жигулевское наварили в Суздале. Плотность 11,47 алкоголя, куплено за 50 рублей в Бристоле. Банка, конечно же, жлобский, 0,45 литра. В составе есть карамельный солод, ГОСТ, значок СССРовский, вот этот вот ГОСТовский, все дела. В бокал наливается слегка-слегка карамельное пиво, достаточно прозрачное, чистенькое, пенная шапка, устойчивая, достаточно долго не хочет спадать. Подождем. В аромате солод, небольшая сладость такая пробивается карамельная. Аромат при этом достаточно пустой, гадости особо никаких сильных не вылезает. За вас, друзья, будьте счастливы, будьте здоровы. Вкус пустой, водянистый, достаточно солодовый, слегка сладковатый. И вот в послевкусии, не пойму, за вот этой вот солодовой сладостью что-то такое вылазит. То ли это такой какой-то противный хмель, то ли это что-то такое непонятно странное. Очень не очень какой-то послевкусие у данного пива. По большому счету это пусто, водянисто, солодово. Мне как-то вот не нравится то, что остается во рту. Во рту остается ощущение, что с утра после пары баночек этого легкого пива будет какой-то аромат перегара. И амбре как будто ночевало у вас во рту конной дивизии имени Буденного. Вот не могу понять, что это такое, но ощущение очень-очень стойкое. Как будто это пиво из дешевой разливайки. Вроде дефектов вот как таковых ярких, негативных нет, но ощущение и предчувствие очень нехорошее. Да, за 50 рублей для мужиков под рыбку, под какие-то там вонюченькие сухарики, и это будет залетать на ура, вопросов нет. Но зачем мне покупать это пиво, если есть куч-куч, чуть дороже, но в разы вкуснее вариации. Очень странно, что в последнее время варит Суздальская пивоварня. Каким-то специфическим путем идут товарищи. И да, моя оценка 2,6. Второй раз я такой явно не куплю. Да и допивать не буду. Ну его нафиг. Пойду я искать новое, интересное, хорошее, вкусное пиво. Я думаю, оно есть в магазинах. Напишите пока в комментариях, что из новинок последних месяцев вам особо понравилось.